Здравствуйте. Продолжаем уроки. Некоторые из вас сталкивались, например, с такой проблемой размещения значков на рабочем столе. Если вы активный пользователь интернета и скачиваете много программ, фильмов, игр и так далее, то со временем на рабочем столе появляется очень много значков. Как изменить размер значков? Можно зайти через панель управления и так далее, экран, размер значков, но там функции ограничены и, в общем, неудобно. Windows 7 есть гораздо более удобный способ это сделать, не заходя никуда, прямо на рабочем столе. Что нужно сделать? Все просто. Зажимаем клавишу Ctrl левой и крутим колесико мышки в одну сторону, уменьшая значки, в другую сторону увеличивая. И оставляем, как вам больше нравится. Вот и все. Вот такая полезная очень штука. Спасибо. До свидания.